Сейчас находимся в Орловской области, в Ценском районе. Направляемся в деревню Севряково, где живут севряки, ну те самые северцы. Как видно, вот да, здесь есть дорога. Сюда никто не хочет ехать, ни одна администрация не хочет ехать. Даже, как говорят местные жители, даже газовики сюда не боятся ехать, потому что здесь сложная очень дорога. Ну да, нам рассказали, что дорогу раскопали, ну, да, распахали, и что мы даже на квадроциклах и тракторах сюда не проедем. Ну вот мы пришли к деревне Севряково, сердце северской земли. Можно сказать, пробрались пешком по грунтовой дороге, осенней грязи, зимней грязной дороге. Вот. Это та самая легендарная деревня, где селились северцы из Римской империи, когда она уже распалась. Что вот это символизирует? Я думала, это снеговик. А это колонка. Местная. Хочешь подписывать? Я думала, это снежная баба. Да, конечно, деревня запущенная. Да! А давай я буду давить, ты пей. Пробуй воду, я пускаю. Да. Вот так? Да.
Вода офигенная. Вообще. Слушай, прикольная, да. Прям вкусненькая. Так. Плохо мы живем, дорог нету, вот у больницы не проедешь. Вот видишь, как. А где у вас больница? Далеко? В Амценске, 35 километров. 35 километров. Так они пешком мы сейчас вот это вот и шли, вернее, и, соответственно. А если плохо будет, тогда что? Да ничего. А хлеб не выберете? Да, соцработник приносит. Как часто? Два раза в неделю. А соцработник как проезжает? Пешком ходит. 5 километров от Черемошон. Вот так мы делаем. И то соцработник каждый раз так ходит, да? Да, вот так ходит, девочка. Никакой дороги. Вот напрямую сделали 5 километров, вот напрямую дорогу сделали. За 70 лет никто даже не думает. Наша это Черемошонская администрация, она вообще на дорогу деньги выделялись. Даже ни грамма, ни одного километра не проложили. А, слушайте, а получается, что у вас кроме вот этой дороги ничего нет? Нет, тут дорога, еще кругом дорога, а там дорога еще дальше. Понятно. Ну, то есть через поля выходите только, да? Ну, скорая нельзя, не доедет ничего. Ну, какой вам? Ну, все, вы сами шли. Так. Сами только что прошли вам все ноги. Да, деточка моя, вы поняли меня? Мне болит полиартрит, болит желудок, болит спина, все на свете болит. Я целый месяц была погода. Ой, не погода, дождь был. Ну, куда пройдешь? Даже и пешком никуда не пройдешь. Кошмар. Да, вот такое дело. А говорят, газ должны были вам провести. Какой вам газ? Они только хотели, с нас хотели по миллиону содрать. По миллиону? Да, за этот газ. Слушай, вот администрация Черемошин говорит, что у вас вот газ должен быть прям. Да, да, как бы два газа не провезли нам. Никакого внимания никто. Мы хотели, то есть мы с ними беседовали, мы хотели, вот, ну, чтобы они нас сюда довезли. Они говорят, мы сюда не поедем, здесь не проездная дорога. А что ж вы, скажи, не делаете-то? Ну что нам? Мы так-то... Лекарства, вот где вы берете лекарства? Да привозите, вот соцработник. В Амценск ездим за лекарством. В Амценск, 35 километров. Угу. Вот, да что, сами убедились, да. Нам один год выделили деньги 100 тысяч на дорогу жирного. И ни дороги, и ничего нету. И ничего нет. А как сейчас вы печкой обычно, да? Да, обычная печка, да. А уголь доставляют вам? Нет, мы дрова нам заказываем, мы вот нанимаем, привозим дрова по 8 тысяч, по 10 тысяч. За машину. В общем, живете в Орловской области, а цены у вас как в Московской. Да, да, точно, точно. Кто она? Да, и я тоже здесь 50. Да, мы давно здесь. Поэтому мы тут торчим-то, деточка моя. Знаете, вот у моя, вот в нашем доме я вот сюда вышел замуж в 63-м году. Ага. Вот. У меня тут жил свекр и свекровья. И вот в этом доме. Вот где вот дом номер 15 написан, там, вон, видите, дверь. Угу. Из этой, вот в этот дом приносили раненых во время войны. Понятно. А вот этой, там заносили, а вот сюда выносили. Потому что от немцев. Потом в той усадьбе, вон, где вон деревья стоят, там были из Германии, да, это, были похоронены. Немцы. Никакие немцы. Ну да, немецкие вот эти вот, ну, наши похоронили тут здесь. Угу. 3 могилы было здесь. Потом они приезжали, я уже не помню, выкопали их и свезли на родину к себе. За ним туда. А здесь, получается, все друг с другом родственники, да? Да, у нас тут все. Так что, милые мои, был у нас директор раньше, этот, Ушаков Иоанн Андреевич был. Раньше у нас был. Это было в 91-м году. Он, значит, построил поселок. Все у нас было хорошо. Хотел к нам сюда делать дорогу. Вот сюда дорогу к нам делать. Вот вы когда шли там от лесополосы, вот он еще насыпал песок. Все к нам планировал дорогу сделать. Но нашлись такие люди в Черемошнах. Они его стерли с земли. А был такой хороший руководитель. И все прекратилось, никаких дорог нету.
скот порезали, все порезали, и все, и все. У нас здесь была ферма, вот там. Я за фермой была. О! Я была за фермой. 15 лет я была за фермой. Там у нас была ферма. Все у нас было хорошо. Но такие вот люди нашлись в Чермашнах, там такие люди. А потом они стали главой администрации. Все, его свергли, у нас никакой теперь дороги нету. Если бы был он, все было у нас налажено. Вот так. В общем, обескровили деревья. Обескровили они нас, да, обескровили. А он порядочный человек, нормальный. Такой отзывчатый был, хороший. Здесь, в общем, раньше была жизнь активная, да? Активная. Вот у нас было, у меня было 700 голов скота. У кого? Ну, я за фермой была. Вот, а вот доярка у меня, доярка вот эта. Павла Мария Николаевна. Здравствуйте. Вот. Присоединяйтесь, расскажите. Она работала у меня дояркой. У меня было 700 с лишним голов скота. Там была ферма, в той деревне была ферма. И в той деревне была ферма. Все фермы были мои. А вот Круглик тоже, да? А Круглик, это... Не, у меня у Круглику там была другая заведующая там на Круглику. Это только вот на моей. Вот здесь Севрюкова была и Журавинка. И Субычева еще. Сейчас никто уже ни скотину не держит, ничего здесь нету, да? Не, никого нету, да, никого. Какая вам скотина? А вы знаете, приезжали к нам насчет дороги этой. И не запланирована вот эта дорога. Нету планов, представляете? Во как, а вы говорите. Кошмар. Да. Они в Чермашнах как снег там, там скорее там чистят, все делают, подметают, убирают. Лишь бы им хорошо ходилось там по всей территории. А вы как хотите, так и живите здесь. Да. Угу. Ну, в общем, если бы все было, и сообщение, и все остальное, вы сами бы не уехали. Куда ж мы поедем, деточка моя, куда? Вот у меня давление. Вот ночью прибежала 2 часа к ней, чтобы одной хоть не помереть. Егор! Ой, какая кошка! Ой. Ничего себе, мамочка! Да. А вы думаете, идите, идите! Разовые, а конечно. Там кипяты хватит погреть, погрейте. Погрейте, девочки, это палка моя стоит. Я хожу с оружием труда. Севрюкова, у нас Севрюкова, вот я-то туда шла, до самого до низа. Большая была, да? Была, говорит, большая. Приезжали, они искали копейки вот этими. То есть здесь были раскопки? Ой, тут много искали они. У меня много рублей все раскопали. Попадались эти рубли металлические прямо. Я один нашла такой, написано 812 год. Она позолоченная. Откуда я знал, черт знает, она желтенькая, да и все. А это кто раскопки делал? Свои частники, вот такие. А, деревня была большая, да? Большая, очень большая. Тут вот этот домик, вот он домик, потом барская овчарня, потом домик. Это Валя домик, дядя домик, Манька Павлова домик, моряк домик, моряк Курянкова домик, Судакова домик, вот это Пекушка домик, Волошкина домик, Хлёсткина домик, Хлёсткин другие домик, а эти Митинский домик, вот какая она была, что может быть. Январь 18 года, чуть-чуть осадки. Чуть-чуть туман, тепло до 11 часов. Мороза нет, ночью тепло, плюс 1. Солнца нет, в 12 часов. 27 число, тепло, капели, чуть-чуть осадки, снежок. Почти растаял, водичка, весь день тепло, плюсовая температура до вечера. Ну это же прошел год-то. Ну 2 дня она записана, этот год, будет знать. На 28-е, тихо вот сейчас, плюс, тепло. Почти снег стоял, а вот назад я буду дальше записывать. Вот от Королевки там шла дорога, вот Ушаков Иван Андреевич прокладывал нам дорогу. И гравер был насыпен, все было здесь сделано, а сняли его, и все прекратилось. Заняли его пост, там другие люди, которые этого хотели, и никакой дороги не стало. Если бы был он бы нам и дома вот на том участке, он дома бы нам построил. Люди приехали сюда и жили.
вот так вот, милые. Спасибо. Вы, конечно, прокомментируйте, напишите про нашу администрацию.